За минувшие выходные в систему 112 поступило 1273 обращения, требующих реагирования. Из них в пожарную службу 9, в полицию 164, в скорую медицинскую помощь 237, в газовую службу 5. 16 июня в результате ДТП на территории городского округа пострадали 4 человека. На Красногорском бульваре у дома 17 произошло столкновение автомобиля «Газель» и легковой машины. Трем пассажирам помощь оказана на месте, водитель госпитализирован. Еще одна авария произошла в селе Петрово-Дальнее. Водитель, двигаясь задним ходом, сбил 17-летнего юношу. Молодой человек доставлен в больницу с открытым переломом костей голени. На территории пансионата Петрово-Дальнее в водоеме утонул ребенок. Трагедия произошла в субботу. Трех человек во время купания унесло течением реки Истра. Несовершеннолетнюю девочку спасти не удалось. Сегодня до 13 часов в связи с переврезкой новой группы насосов отключено холодное водоснабжение в Тушинском поселке в Нахабино. До окончания работ приостановлена подача воды и в деревне Путилково в связи с повреждением трубопровода на территории птицефабрики. На время проведения работ в частном секторе выставлена цистерна с питьевой водой.